Стартует первый форум регионов Украины и Беларуси. Двухдневный форум пройдет в Гомеле. Завтра в нем участие примут президенты Лукашенко и Порошенко. В Гомеле в четверг, 25 октября, начался первый форум регионов Украины и Беларуси, который продлится два дня. Об этом сообщила в Facebook пресс-служба посольства Украины и Беларуси. Программой первого дня форума, в частности, предусмотрена официальная встреча глав регионов Украины и Беларуси с руководством Гомельского облисполкома, проведение выставки продукции предприятий и организаций регионов Украины и Беларуси, говорится в сообщении. Как проинформировали в посольстве, в рамках первого дня форума также состоится седьмое заседание Украинско-Белорусского совета делового сотрудничества, пройдут переговоры между представителями украинских и белорусских компаний и ряд других мероприятий. Завтра в заседании форума регионов примут участие президенты стран Александр Лукашенко и Петр Порошенко. Сообщается, что перед форумом они проведут встречу в формате 1:1. В ходе переговоров главы государств обсудят перспективы развития торговли, экономического и инвестиционного сотрудничества двух стран через призму потенциала прямых контактов на уровне регионов. Также ожидается подписание договоров, направленных на расширение сотрудничества по всему спектру направлений белорусско-украинского взаимодействия. Отметим, накануне министр иностранных дел Украины заявил, что пребывание украинцев в Беларуси можно назвать потенциально опасным. Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко дважды пожаловался на нелегальные поставки оружия в Беларусь, в связи с чем распорядился увеличить численность пограничников на границе с Украиной. В Госпогранслужбе Украины слова Лукашенко об оружии опровергли. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал и http://meekorrespondent.net. По материалам сайта newsgra.com.